Всем привет, я Галина Самойлова, специалист по связям с общественностью Балаковской АЭС. За что я люблю радио? Ну, наверное, за то, что радио — это что-то такое живое, большое, доброе. Это как человек, даже скорее как друг. Ведь радио, оно и раздражает, и радует, и помогает, и порой наоборот сбивает с толка. Оно заставляет то плакать, то смеяться, заставляет слушать и, главное, слышать. Для меня лично радио — это еще и работа. Интересная, комфортная. Ведь радио — это такое личное пространство, что-то сугубо твое, где ты чувствуешь себя как дома, по самоощущениям. Ведь никто не видит тебя, ты никого не видишь. И это несмотря на то, что работаешь на одном из самых крупных предприятий атомной отрасли. А когда получаешь удовольствие от того, что делаешь, значит, все делаешь правильно. Мы создаем радио, а радио создает нас. Я думаю, что только за это его стоит любить.